Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы находитесь на канале «Первый видеоавторынок». Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. И герой нашего сегодняшнего обзора, который неоднократно спрашивали под наши подписчики в комментариях, это Nissan Note в кузове E12. Надо отметить, что в отличие от своего предшественника, Нотика в кузове E11-12, кузов в России официально не продавался. Поставкам новых автомобилей в Россию помешал кризис и сопутствующее ему ценообразование. Поэтому, если вы смотрите 12-й кузов Нота, скорее всего, если вы находитесь за Уралом в сторону Дальнего Востока, ваш выбор сведется к автомобилям, импортированным из Японии, то есть автомобилям праворульным. Для внутреннего рынка Японии Нот в кузове E12 дебютировал в сентябре 2012 года. Автомобиль выпускался до октября 2016 года, далее был рестайлинг, и с конца 2016 года по настоящее время он продолжает выпускаться уже в обновленном варианте. Что касается выбора моторов, на дорестайлинговых нотиках вы могли купить такой автомобиль с мотором 1.2 Atma 79 лошадиных сил, 1.2 с компрессором 98 лошадиных сил. Также была крайне редкой и практически не встречающейся на просторах нашей родины версия Nismo, где стоял мотор объемом 1,6 литра, мощностью 140 лошадей, причем только с механической коробкой передач и передним приводом. Также эти автомобили могли оснащаться системой 4WD, причем система эта в данном случае представляла собой отдельный электромотор на задней оси, подключаемый либо при пробуксовке передка, либо по требованию. И с рестайлингом в 2016 году, в конце 2016 года, также добавилась версия гибридная, где основным бензиновым двигателем стоял также 1,2 литра 79 лошадиных сил, но в дополнение всему этому также был установлен электромотор. Надо сказать, что гибридный Нот получился самым экономичным, а также самым динамичным из всех модификаций, представленных на рынке. Спринт от 0 до сотни эта машина проделывает за 7,2-7,5 секунды, что очень и очень неплохо для семейной машины с расходом до 5 литров бензина в городском цикле. Однако гибриды в силу своей свежести также еще и самая дорогая модификация, поэтому ее мы оставим за рамками данного обзора и поговорим про те автомобили, которые попадают на продажу к нам в RDM Import. Так, герой нашего сегодняшнего обзора – это Nissan Note 2015 года, дорестайлинговый, атмосферный мотор 1,2 литра, передний привод и вариаторная коробка передач. И по традиции в начале обзора пару слов о лакокрасочном покрытии и сопротивляемости коррозии. А что касается лакокрасочного покрытия, то оно здесь довольно тонкое, слой окраса доходит до 80-90 микрон, это то, что касается завода, кое-где до 100. А сколы и царапины, соответственно, машинка ловит достаточно оперативно, но какого-либо развития они не получают. Надо сказать, что Note в 11 кузове не отличался, прямо скажем, сильной склонностью к коррозии. Да, были моменты, но не повально. А что касается 12, то таких автомобилей в очень-очень ржавом состоянии мне лично видеть не доводилось и, скорее всего, еще какое-то время не придется. Все-таки автомобили достаточно свежие, самый старый Note недавно разменял 8 лет. Это не отменяет необходимости внимательно осматривать автомобиль при покупке на подъемнике на предмет коррозии по днищу. В конце концов, никто не отменял такое понятие, как топляк. Но большее внимание все-таки уделите целостности силовой структуре кузова, подушек безопасности, лонжеронов и так далее. Чтобы вместо автомобиля с косметическими подкрасами, коих на рынке все-таки большинство, не прикупить себе автомобиль, восстановленный после тотального ДТП. Итак, какие двигатели ставились под капот Нота в 12-м кузове? В данном случае варианты могли быть 1.2, 1.2 компрессор и 1.6 литра. 1.6 это всем хорошо знакомый HR16DE, форсированный до 140 лошадиных сил, встречался только на версии Nismo и поэтому останется за рамками данного обзора. И это единственный четырехцилиндровый двигатель, который вы могли обнаружить под капотом Note. Двигатели объемом 1,2 литра и HR12DE, как в нашем случае на 79 лошадиных сил, и HR12DDR на 98 лошадиных сил, и тот мотор имеют по 3 цилиндра. Забегая вперед, надо сказать, что для трехцилиндровых агрегатов эти моторы получились, на удивление, сбалансированными. Какие-либо вибрации начинают досаждать владельцам по причине, как правило, подхода к концу ресурса подушек двигателя. Надо сказать, что он не очень большой здесь, и первые
симптомы начинают проявляться уже после отметки в 50 тысяч километров пробега. Соответственно, меняете подушки и ездите дальше. Естественно, мягкости работы V8 и V12 вы от трехцилиндрового мотора не добьетесь, но, по крайней мере, для каждодневной эксплуатации каких-либо чрезмерных вибраций за этим мотором замечено не было. Также из особенностей конструкции оба мотора имеют изменяемые фазы газораспределения, и в обоих двигателях в приводе ГРМ применена цепь. Причем цепь эта достаточно ресурсная. А ресурс до замены порядка 200 тысяч километров, а иногда даже и более. То есть таких проблем, как были у владельцев первых турбожуков с мотором MR16 DDT, где цепь вылетала на 40-50 тысячах километров пробега, на этих машинах нет. Также данные двигатели не имеют гидрокомпенсатора зазоров клапанов, соответственно, зазоры должны выставляться вручную. Интервал регулировки производителя порядка 70-90 тысяч километров пробега. В целом, каких-либо проблем эти моторы владельцам пока не доставляют. Опять же, автомобили свежие, но если говорить о ресурсе этих моторов, то наличие на аукционах вполне себе способных передвигаться нотов с пробегами за 240 тысяч километров уже встречается. И это очень-очень большой плюс, поскольку в понимании многих людей мотор малого объема столь же малоресурсен. Ну, так вот это не про двигатели HR. Какими-либо характерными местами течи масла данные двигатели не страдают. Забегая вперед, надо сказать, что те автомобили, которые приходят к нам без пробега по России из Японии, вообще крайне редко имеют какие-либо течи. Из того, что периодически попадается на этих двигателях, это небольшое масляное запотевание лобовины двигателя, и иногда также появляется небольшое масляное запотевание в районе коренного сальника, стыка двигателей и коробки передач. Но до каких-либо открытых течей, допустим, той же самой прокладки клапанных крышек, как правило, дело не доходит. И на этих машинах по части течей все обстоит благополучно. Также имейте в виду, что свечи, которые по каталогу идут на данный двигатель, достаточно небюджетные. Стоимость свечки порядка 1000-1500 рублей за штуку. Благо, этих свечей здесь всего 3, и замена их требуется не столь уж часто. По поводу ресурса данных агрегатов не стоит беспокоиться еще по одной причине. К моменту подготовки этого сюжета я промониторил стоимость контрактных двигателей на нот как в варианте атмосферном, так и в варианте компрессорном. Так вот, стоимость контрактного HR12DE на момент подготовки этого выпуска колебалась в пределах 9-12-13 тысяч рублей, в зависимости от комплектности двигателя и наличия на нем навесного оборудования. Что касается компрессорного варианта HR12DDR, цены на них начинаются от 12 тысяч и заканчиваются где-то в районе 30. По нынешним меркам это очень и очень небольшие суммы. И это свидетельствует о том, что данные двигатели не пользуются большим спросом на вторичном рынке, поскольку те агрегаты, которые попали под капот нотиков еще на заводе, продолжают исправно работать. Что касается отличий компрессорного агрегата от атмосферного, помимо наличия самого компрессора фирмы Eaton, который, собственно говоря, и обеспечивает прирост мощности, также на компрессорном двигателе впрыск топлива прямой. То есть у нас есть ТНВД и форсунки высокого давления. В активы обоих моторов можно занести потрясающую топливную экономичность. В городском цикле и атмосферный, и компрессорный нот потребляют порядка 7-8 литров на 100 километров. И это уже смешанный полузимний, скажем так, цикл. На трассе реально уложится в 5 литров. Чисто визуально компрессорный DDR двигатель отличается от атмосферника конфигурацией впускного коллектора и также установленный ближе к моторному щиту в задней верхней части двигателя компрессор приводится отдельным шкивом. Поэтому приводных ремней на компрессорном ноте у вас будет 2. Кстати, с этими приводными ремнями связана одна особенность, которую отмечают многие владельцы нотов. Из-за не очень хорошей защиты моторного отсека от влаги и грязи часто бывает такое, что вода с грязью, с песком попадает на ремень приводных агрегатов, песок, соответственно, попадает в ручейки ремня, и ремень начинает свистеть, скрипеть и так далее. То есть, как бороться с этим вопросом? Ну, скорее всего, установкой более развитой защиты под днище. Но на фоне общей надежности силового агрегата данную проблему существенной не назвать. Какой вариант предпочесть, атмосферный или компрессорный, решать только вам, но компрессорный нот намного веселее реагирует на педаль газа, и, соответственно, динамика такого автомобиля вас может даже приятно удивить. Что касается коробки передач Nissan Note E12, и на компрессорном, и на атмосферном моторе будет стоять вариатор по классификации JATCA, называющийся JF015E. Трансмиссия эта ставилась на огромное количество моделей Nissan,
и также на некоторые модели Renault. Кроме того, вариации этой трансмиссии попадаются на некоторых Suzuki, на кей-карах по Японии. То есть ряд моделей японского рынка с такой коробкой, он еще более обширен, чем на Европу. Коробка давно и очень хорошо изучена сервисменами. И надо сказать, что на данных автомобилях ресурс этой коробки до переборки в среднем это порядка 150 тысяч километров. Первым, как правило, идет на ремонт либо замену гидроблок по причине того, что соленоиды, используемые в GF015, очень и очень чувствительны к механическим вкраплениям в рабочей жидкости, то есть там очень малые зазоры, страдают они от наличия стружки в масле. Точно так же выходит из строя по причине твердых вкраплений в жидкость редукционный клапан масляного насоса. Соответственно, залог долгой жизни вашей вариаторной коробки в данном случае это в первую очередь регулярные смены масла. Интервал замены не более 40 тысяч километров пробега, и при каждой замене масла, которого при частичной замене, а иную вы, пожалуй, в условиях неполного разбора коробки и без демонтажа гидротрансформатора и не выполните, объем масла порядка 5 литров, которое вам потребуется. И при каждой замене масла вам также необходимо менять оба фильтра в коробке. Есть фильтр грубой очистки, который выглядит как плита. Его можно, в принципе, и промыть, но лучше, конечно, менять. Также и фильтр тонкой очистки. В этом случае ваша коробка, скорее всего, отбегает столько же, сколько и сам двигатель. Выход из строя остальных деталей трансмиссии, таких как конусы, ремни, поломанная солнечная шестерня, уже обусловлен самой эксплуатации автомобиля либо с неисправным гидроблоком, либо уже с насосом, который не выдает достаточное давление. Как правило, сначала имеются проблемы с давлением, а потом уже идет выход из строя всех остальных компонентов. Поэтому, когда вы покупаете нот, обязательно прицепитесь на сканер хотя бы и посмотрите на параметры давления, ну или хотя бы просто на отсутствие ошибок по трансмиссии. Кроме того, при покупке обязателен тест-драйв не только на холодную, но и на горячую во всех режимах работы автомобиля. Коробка должна передавать момент на колеса плавно, никаких дерганий, рывков и так далее быть не должно. На всякий случай хочу предупредить также о следующем. Если вы владеете таким автомобилем и вы решили поменять вариатор на контрактный, то когда вы будете смотреть контрактную коробку, обязательно сверьте модификацию вашего вариатора с модификацией той коробки, которую вы собираетесь ставить взамен. Данную информацию можно найти на стикере на самом корпусе вариатора. И надо сказать, что в зависимости от периода, когда был выпущен тот или иной экземпляр нота, на нем могла стоять одна из 10 вариаций коробки, и не все из них взаимозаменяемы. Что касается деталей ходовой части нотика, в передней части мы имеем подвеску типа Макферсон. Здесь в среднем, если говорить о ресурсе компонентов, то в зависимости от режима эксплуатации такие компоненты подвески, как сайлентблоки в рычагах, шаровые опоры, живут порядка от 70 там, до 90 примерно тысяч километров пробега. Дальше подлежат замене. Что касается запасных частей, есть уже достаточно неплохой выбор по дублевым компонентам, которые не так дорого стоят. Например, шаровая опора порядка 2-3 тысяч рублей и так далее перепрессовывается в рычаге. Рулевая рейка на нотах электрическая, соответственно, бывает, она начинает подстукивать. Как правило, с левой стороны, с той стороны, где находится втулка рейки, втулка, собственно, и начинает стучать. Ваш выбор – делать рейку, либо купить себе контрактную, стоимость контрактной рейки на текущий момент порядка 1,5-2 тысяч рублей. Традиционно при осмотре автомобиля снизу посмотрите, чтобы двигатель у вас был сухой, на стыке с коробкой передач не висело никаких капель, также не мокрили сальники приводов на коробке передач. Ну и вот по большому счету все. Что касается задней подвески Nissan Note, то здесь у нас применена балка. Соответственно, количество сайлентблоков здесь совершенно минимально. Ломаться здесь практически нечему. Если, как уже было сказано, люди, активно эксплуатирующие данный автомобиль по не очень хорошим дорогам, периодически сталкиваются с необходимостью трясти в кавычках переднюю подвеску, то по задней подвеске практически никогда и ни у кого не возникает необходимости что-либо делать. Вообще надо отметить, что по ходовой части, судя по отзывам реальных владельцев Nissan Note, все обстоит достаточно скучно. Поэтому, если постоянные перетряски ходовки вас совершенно не веселят, то Nissan Note это, пожалуй, тот автомобиль, на который стоит обратить внимание.
Единственное, что надо иметь в виду, задние тормоза на нотике барабанные, соответственно, периодически они нет-нет требуют обслуживания. И если что, выбор колодок для задних барабанных тормозов нотика, к сожалению, не столь обширен, как выбор производителей по, скажем, передним колодкам. Имейте это в виду. Возможно, к ТО задних тормозов придется подготовиться немного заранее, сделав заказ через интернет-магазин. Итак, какой итог можно подвести под все вышеизложенное? А можно или нет брать нот в 12-м кузове? Стоит ли вообще рассматривать такой автомобиль для себя? Рассматривать такую машину, скорее всего, стоит. Ведь в активе у 12-го кузова нотика есть неплохая сопротивляемость коррозии, комфортная подвеска, которая не слишком затратна по ремонту. Также мотора, несмотря на свой малый объем, надежна. Плюс в активе потрясающая топливная экономичность на самом деле. А это касается не только гибридной версии, но и обычных бензиновых. Таким образом, автомобиль достаточно рациональный выбор для человека, который хочет перемещаться по городу и не слишком тратится на это самое перемещение. Из недостатков данной модели, которые отмечают владельцы, можно отметить слабую шумоизоляцию, но этот недостаток легко исправляется самостоятельно и, к сожалению, отсутствие шумки характерно для большинства бюджетных автомобилей современных. Вторая проблема связана с тем, что Нотик достаточно прохладный автомобиль в зимнее время. Многие владельцы решают эту проблему, устанавливая на двигатель догреватель. В остальном Nissan Note E12 – это бюджетный, простой по конструкции, доступный, комфортный, вместительный и относительно Toyota недорогой автомобиль, который еще можно приобрести без пробега по России. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах далее. Также, если вы эксплуатируете или эксплуатировали Note E12 и вам есть что добавить, сказанному нами, возможно, внести какие-то коррективы, также отражайте это в комментарии. Людям, которые ищут себе Note E12, ваш комментарий может оказаться очень полезен. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока.